Городской этап краевого фестиваля «Пасха в кубанской семье» традиционно уже несколько лет подряд проводится в преддверии православного праздника. В конкурсе в этом году приняли участие 26 школ города. Учащиеся представили на суд-жюри около 100 работ. Это и рисунки, и подделки, все выполнены в разных техниках. Оценивать творческий труд школьников будут в двух номинациях – изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество. Он проходит с целью привлечения внимания детей и молодежи к истории православной культуры, к воспитанию у них духовных ценностей, человеколюбия. Работы все замечательные. По ним видно, что очень много души и сердца вложено детьми в них. Члены жюри городского этапа конкурса «Пасха в кубанской семье» отобрали 6 лучших работ. Их уже отправили в Краснодар, где пройдет финал проекта. Отмечу, что каждый год в конкурсе сочинские школьники занимают призовые места, а однажды даже взяли гран-при. Как рассказали организаторы городского этапа, шансы есть и в этом году.